Дворняк Рафаэль. Просим тебя. Дворняк. Рафаэль. Как было год назад, так и в это время хотим вручить ордеры и десиды за служенным для спорта Саши по инвалидам. Это в этом году это 3 человека. Сколько лет ему? Скажешь, что он книги сделал для Саши? Ты сам скажешь. Да, ты скажешь, ты лучше скажешь. Я лучше скажу. Да. Я надеюсь, что вы великолепно все, которые интересуются шашками, знают нашего многоуважаемого Рафаэля Здоровяка. Он на самом деле вкладывал большой труд и заслуженно сейчас наш президент награждает его заслуги перед шашечным миром. Пиратова Александра это все знает. Он очень хорошая работа для Саши по инвалида, специализация его по слуху. Работа тоже и сайт, его то тоже его работа на сайт. А его как бы правая рука, самый главный пример, это тоже представитель того глухих от России. Спасибо вам всем за вашу работу и надеемся, что будете дальше работать как до сих пор. Спасибо, благодарим. Поздравляем. Пожалуйста, не расходимся. В 1 часов тут. Правильно? Да. Уже все знают, где будете играть. Хотелось бы сказать, я понимаю, что у многих есть вопросы. После соревнования? Не, после еще открытия жюри. Вот сейчас один хочет, пожалуйста. Спрашивает.